С ними вместе я учился. Помню курсы до второго. Чесноков не матерился. Щербаков не пил спиртного. Может, было разделение, до сих пор необъяснимо, но водку кушал только Женя, а ругался только Дима. Также надо бы заметить, оба парня не курили, и вокруг за 1000 метров пол прекрасный обходили. Жизнь курсантская все тучи, все ребром вопросы ставит. Не умеешь, тут научат, а не хочешь, здесь заставят. Ты вздыхал, передохнуть бы, только жизнь не позволяла, и ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление. Помню, когда отмечали Щербакову день рождения. Мне сначала было странно, даже я перекрестился. Дима водки полстакана выпил и не покривился. Алкоголиком не стал он, только всякое бывает. И сперва не добирал он, а теперь перебирает. И мне однажды рассказали, как в одно из воскресений Дима после увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали про курсанта Чеснокова, будто Женигина отслали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова, что это вы меня набрали? Да не может быть такого, да вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали, лишь мол, не стоит горячиться, скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером по роте я бродил в тоске печали, и тут меня друзья позвали, и такое показали. Я ушам своим не верил, даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливал отборным матом. В жизни всяко творится, и случается любое. Чесноков стал материться, Щербаков стал пить спиртное. Раньше вместе соберутся, так все сидят, считают лабы, а теперь всегда нажрутся. Сигареткой затянуться, так вот припохабненько ругнуться, иногда и подерутся, и идут гулять по бабам.